Всем привет, с вами я, Ростик57К, я спас выжившего, и сегодня это вторая часть зомби-апокалипсиса. Так, неужели они сломали? Блин, зато они меня закрыли, надо прикрепить. Все, бля. Нифига себе! Прыгну! Иди сюда, ты тупой. На, ну ты же должен умереть. А, походу умер все. Теперь, братан. Кто знает, позвоню, что я там должна быть. Я думала, может, ты... Братишка, я зомби. В смысле, почему? Я заражен, я должен тебе съесть. О, брат, у меня убили. Окей. На. Замазал ты. Надо его убрать. Все. А, собак, он идет ко мне. Эй, ты. Получи кирпичом. На, еще, ты не понял. О, он идет ко мне. Он идет. А, уходи. Во-во-во, нет, нет, уходи, нет, куда он пропал, я не понял, он остановился, ребят. Он живой, ну, получилось. Нажимайте на килл, когда он кручит, умирает. Надо кое-что сделать с ним. Так, надо вот так. Все, мы его привязали, чтобы мы зомбаков дразнили. Так, зомбак, мы его привязали к ноге. Но он стал опять жив, я его хочу... Убить.
Я на его кину. У меня больше нет никаких пистолетов. Это был самый последний, который я вам говорил. Мне придется его... его... кинуть. Ай! Как он меня выстрелил? Нет. Это Луномосик, мой любимый блогер. Запомнили? Ну, ребята, не обращайте внимания, я разговариваю. Что-то нога так болит за выстрела. Я пошел. У меня так раз был еще там один пистолет. Один угол. Чуть-чуть. Ого, думаю, надо и то открыть. Я уже обработала, сохнет. Еще у меня есть этот горячий. Понял, что? Угу. Вот. Ну, тоже где-то будешь. В школе сюда. Вот, все, я сидит. Пошел. Я пошёл. 3 минуты спустя. Братан, спаси меня. Друг? Да, я. Спаси меня. Воно ж ходить це дитя. Ти ж їхав білі курточки мені з резерва в качелі. Качеля я вжала. Воно на білу мене стиралося. Це було дуже нормально піде. Все, я пішов. Тут вообще воно ходить. Офігеть! Хотіли розібрати, сняли. Мені придеться з ними справляться. Сколько тут зомбаков вообще? Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем удачи!